Всем привет! Мы разделились. У нас часть детей делает уроки, часть детей играет с животными, а какая-то часть сидит и кричит на лестнице. В общем, Егор у нас сегодня единственный плохо написал в прописи в домашнем задании. Не старался абсолютно вообще. Им там дали еще одну строчку, да? Василиса, вам еще одну строчку дали пустую? Для того, чтобы там переписать, если тебе не понравилось. Вот. И он переписал еще хуже, чем написал. В общем, кошмар. Снежок пришел. Да? Снежа сегодня молодец. Снежа красиво написала. Ты молодец? Молодец. Что там Егор все пищит? Егор уже у нас тут и покричал, и поплакал. И угрозы от него уже посыпались, что он и то не будет, и все не будет. В общем, все как обычный репертуар. Даже снимать его не пойду. А то опять обвинят, скажут, вот опять у вас тут все однообразие. Смотрите, девчонки играют с котом. Вот. Единственное, что с ним надо вот поосторожнее теперь. Потому что вот он вчера опять упрямился, нам было некогда. Я его в шутку под мышечки и вроде как по лестнице тащить. А он, ну, я не думаю, что он это сделал нарочно. Он, скорее всего, не подумал, что так получится. Он решил ногами оттолкнуться. В общем, я только успела ухватиться. Если бы я не среагировала, мы бы с ним вместе кубарем бы полетели с лестницы. Силы у него очень много. Вот. А мозгов, видимо, пока еще не хватает. Вот опять он у нас. Завывания у нас такие там. Мне тоже писали, ой, бросьте свою камеру и идите пожалейте ребенка. Поверьте мне, таких детей жалеем чуть ли не 24 часа в сутки. Ну нет, я, конечно, приукрасила. Но каждый раз, когда у него такие капризы, да, его нужно и жалеть, и все. Но это уже становится нормой. Он уже требует вот эти свои ласки тем, что он начинает кричать. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы он ласки получал по-другому. Просто подошел ко мне, прижался, его погладили. Все, ласку получил. А вот за крик нет, я его не буду гладить. Тактику свою я поменяла. И у меня это уже получается. Он уже сейчас стал реже вот такие скандалы закатывать. Раньше на дню было, ну... Ну, 10 точно было, наверное. Сейчас, может быть, 1-2 в день. Иногда мы проживаем вообще замечательный день без его скандалов. Тогда у нас Снежана в отрыв идет. Да, Снежок? Да. Они по очереди. В общем, как игра в плохого полицейского и в хорошего полицейского. Вот. Я хочу вскользь затронуть... Вопрос о том, становится ли приемный ребенок родным. Нужно думать, что у нас в понятии родной ребенок. Вот если разложить по полочкам, переживаю ли я за его здоровье? Да, переживаю. Переживаю ли я за то, как он учится? Да. Хочется ли мне, чтобы он был успешным? Очень хочется. Я не хочу, чтобы он отличался от других детей. Я уже не буду говорить о том, что он одет, обут точно так же, как и мои как бы кровные дети. Но у меня есть позиция, она жесткая, и кому-то она сейчас вообще не понравится. Приемный ребенок никогда не станет кровным. Это и физиологически невозможно, и сердцу все равно не прикажешь. Но вот родным в понятии того, что он уже как бы наш, вполне возможно, да. И они уже вот сейчас, мы уже не представляем себе жизни без Егорки и Снежи. Вот, Снежа вообще маленькая была колючкой. Она даже на коленках сидеть не умела. Ее посадишь на коленочки, она как вот ежик колючий. Сейчас она более ласковая стала. Она круги наматывает. Да, Снежок? Внимание папы привлекало. Помнишь, Снеж, как ты папу-то щипала? Помнишь? Не помнишь уже? А? Нет, не помнишь? Подойдет,
Василиса подойдет, погладит папу по коленочке. Егор подойдет, просто руку положит, постоит рядышком. Он еще как бы, ну, не осмеливался вот что-то такое. Это вот в первые недели. А Снежана подойдет и как ущипнет. Уж, Сергей Витальевич говорит, я даже не знаю, как искры из глаз. Синяк огромный. Это вот она так свое внимание уделяла папе. Сейчас смешно, да, Снеж? Просто она не знала, как выразить то, что она вот к папе относится, например, по-другому. Как она его любит. Она не знала, как это выразить. Вот так и выражала. Егорка у нас все еще там. Это потому, что мы сейчас здесь разговариваем, а на него внимания не обращаем. Но когда я сейчас выключу телефон, и она вот услышит, он начнет еще и девочек обзывать. Такое тоже бывает. Вот. А может, не начнет. Что вам еще задавали-то, девушки? Ничего. Составить рассказ по картинке. А, да. А картинка какая? Снеж, какой рассказ составить? Телефон мой старый. Извините за качество съемки. Как разбогатеем, мы что-нибудь купим. Или телефон другой, или камеру. И будет у нас съемка более качественная. А пока, ну, что есть. Зато у нас сюжеты вот такие, вот с такими чудесными девочками. И мальчиками тоже чудесными, расчудесными. Все, разошелся. Ничего, сейчас обед будет. Он вкусно покушает и успокоится. Можно я расскажу рассказ? И вот тогда, когда он успокоится, тогда мама его и погладит, и пожалеет. Да, Васюш? Да. А вот сейчас я к нему подходить не буду, потому что я уже объяснила, почему. Иначе это у него войдет в привычку. Я этого не хочу. Он будет добиваться этого. Мама. Что? Давайте скажем что-нибудь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Что, Васюш? Всем пока-пока. Но если кому не понравилось, можно поставить дизлайк. Да, мы не обидимся. Мы сами понимаем, что у нас... подписка. Да, главное, да. Самое главное — подписка. Всем пока.